Следующий вопрос о салату фил амакин аллати яуи илейха шайтан. Намаз в тех местах, в которых собираются шайтаны. Аля имам ан-Науи фи шарх аль-Мухаззаб, сказал имам ан-Науи, ас-салату фи мауа шайтан макруха бил иттифак. Совершение намаза в тех местах, где собираются шайтаны, является нежелательным по единогласному мнению. Вазалика мислю, а что это за места? Например, маваду аль-хамар, в тех местах, где продается спиртное или имеется спиртное. Понял или нет? Отсюда что получается? Что если человек находится в магазине, где продается спиртное, там не нужно совершать намаз. Потому что это место, где совершается, где собираются шайтаны. Вальхана, или место, где распивается спиртное. То есть кабаки, бары, что еще, как они еще называются. И здесь же можно пьяц провести на всякие казино, места для увеселительные места, как дискотеки и тому подобное. Уамавада аль-Мукус, а также те места, где собираются налоги, то есть что, налоговая инспекция, так. Уанахвия амин аль-Маасы, аль-Фахиша и подобные грехи. Уаль-Канаис, а также в церквях. Уаль-Биа, а также в синагогах. Уаль-Хушуш, а также в туалетах. Уанахва залик и тому подобное. Так. Фаин салла фишеми залик, валям юмарис, тайб, валям юмас наджаса биядихи. И если человек совершит намаз в этих перечисленных местах, и при этом не заденет своей рукой ничего из наджасы, валя саубуху, а также на его одежде не попадет ничего из наджасы, саха салатуху маалькараха, то его намаз является действительным, вместе с тем, что это нежелательно. Вместе с тем, что совершение в таких местах намаза нежелательно. Для хадиса Абу Хурейры радиаллаху и опора в этом на хадис Абу Хурейры, который сказал «Аррасна маан наби саллаллаху алейхи вассалям», то есть мы легли спать во время одного из военных походов, то есть все вместе, сподвижники пророка саллаллаху алейхи вассалям, «Фалям ястайкиз хатта талаат аш-шамс». И все, никто из людей не проснулся, а проснулись только тогда, когда уже солнце зашло. То есть проспали время утреннего намаза. Факаля набию саллаллаху алейхи вассалям, и тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Ляхуз куллю раджулин бираси рахидатихи». Пусть возьмет каждый из вас за голову своего животного, то есть имеет в виду за поводья, и уходит с этого места. «Фаинна ада молде хабара нафей шайтан». Потому что это то место, где нас посетил шайтан. Вазакар аль-хадис. И затем дальше упомянул хадис до конца. Раваху муслим. Этот хадис приводит имам муслим, вагайруху, а также другие интага. На этом закончились слова кого? Имам ан-Науи. Вакаля шейху ислам камафи маджму аль-фатава. Поэтому сказал шейху ислам ютамия, вама араба шайтана фи. Если есть какое-то место, в котором которое посетил шайтан, или известно, что это место, в котором собираются шайтаны, кальмакан аль-лединаму фи анисфала, как, например, то место, в котором люди проспали утренний намаз, куриха ци сала, то совершение намаза в этом месте является нежелательным. Ясно или нет? То есть отсюда ты понял, что с этого вопроса? То, что в тех местах, где собираются шайтаны, а шайтаны собираются в местах каких? В двух местах. Либо в местах, где есть наджаса, как туалеты, бани и тому подобные места. И второе, в тех местах, где люди открыто совершают грехи, как кабаки, бары, казино, налоговые инспекции и тому подобное. Налоговые инспекции, какие люди грехи собирают? Отнимают у людей их имущество несправедливым образом, так или нет? Поедают имущество людей без права. Поэтому это тоже место, где собираются шайтаны, так или нет? Шайтаны из людей и джиннов. Поэтому в этих местах совершение намаза является каким? Нежелательным. Нежелательным, но если человек все-таки там совершит намаз, и при этом ничего не попадет на него из наджасы и тому подобное, то его намаз действительно, его намаз будет действительным.